И всем снова привет, дорогие друзья, Нептунчик здесь. Нептунчик, добрый котик, продолжает свои приключения. Мы только что побили большую здоровенную змею, а теперь преследуем оборотня. Он должен поплатиться за то, что сделал с моей деревней. Помимо прочего, я успел заразиться и вылечиться от яда. И теперь, видимо, мне нужно подняться на эту вышку. Это единственное место, которое бросается в глаза. Кстати, я заметил, у меня патроны респавнятся, то есть все, что я потратил в предыдущем уровне, у меня появилось снова 6 патронов. Я взял еще 6 патронов в той повозке, и у меня уже 12. Но меня плющит, жестко плющит. Трава, которой я излечился, дала побочный эффект, да. Так, откуда идет музыка? Приятная такая музычка, знаете, как будто кто-то на арфе играет. Или на каком-то духовом инструменте вроде флейты. Ну, не совсем флейты, конечно, есть патрончики, отлично. Еще патрончики! Вау, какая-то опять невидимая сила, я, видимо, волшебник. Взлети патрончики, упади в мои штаны. Какая мерзость. Надо все выкинуть к херам. Выкинуть. Так, ну ничего полезного здесь нет, да? Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, какие-то бутылки с молочком. К херам все. Так, ящик. Что у нас в ящичке? Ключик! Маленький проказник! Лети, лети, а теперь ты знаешь, что делать. В штанишки ко мне, опа! В штанишки, там тепло, там у меня уже полно ключей. Так, а я не знаю, от чего ключ. Опа. Отсюда. По-моему, я видел там какой-то заборчик. Надо найти, посмотреть, подойдет ли туда. Что за говно? Нахер так делать? Я ж ёкнул, я ж подпрыгнул, блять, на стуле. Жесть какая. Здесь скримеры просто жесть. Вот, да, оградка, отлично. Значит, сюда нужно было использовать ключик. Я все сделал правильно. Так, отлично. Так, что это такое? Это же вышка, да? Кто-то ползает по вышке. Это оборотень? Твою мать! Жесть какая! Это определенно не змея, змея так не ползает! Вы это слышите, да? Это реально оборотень! Он где-то прыгает по горам! Ну все, маленький проказник, готовься! Я сейчас тебя подстрелю! Так, тихо! Надо быть... Чё такое? Чё, где? Смотрите, вон бежит! Как-то он странно, конечно, бежит! А! Что за говно? Пошёл нахер! У меня ствол, не подходи! Жесть какая! Он что, бессмертный, что ли? Ты где? Вау! Все, он умер, да? Фух, жесть! Здесь бегают всякие оборотни! У меня 21 патрон, я надеюсь, мне этого хватит! Но он вроде бы помер, да? Ладненько, идем дальше. О, блядь, чё такое? Твою мать! Я забыл перезарядиться! А, пошел нахер! Ух ты, блядь! Так он распавнится! Он нихера не подыхает! Чё за говно? Куда мне идти? А, вот вроде я иду правильно, да? Вот здесь можно просматривать на карте как будто типа дорожки. Где нет зарослей. Идем по ней, да? Жесть, конечно! Так, все нормально. Окей. Так, тихо. Где он, блядь? А вот он! Твою мать, я забыл перезарядиться! Пошел нахер! Ай, блядь! Твою мать! Я что сначала... А, нет, я не сначала начал. Это хорошо. Так, твою мать, надо... Надо перезаряжаться, не забывать. Проклятый ублюдок! Я тебя застрелю! Умри, сука! Перезаряжайся быстрее! А, точное попадание! Он так интересно бегает, знаете? Что-то здесь, видимо, у игры не совсем гладко с анимацией. Почему он бегает боком, спиной как-то? Руки у него так еще трясутся забавно. Ну-ка, покажись мне еще раз.
Так, тихо. Вот он ты. А я опять забыл перезарядиться. Прекрасно. Смотрите. Он фанат Майкла Джексона. Смотрите. Лунная походка. Хоп. Маленький фанатик Майкла Джексона. Ну, кто-нибудь смотрел ролик в интернете? Называется он, по-моему, вот вбейте в ютубе японские скачки. Что-то такое. Там две лошади бежали на задних лапах и очень естественно двигались. Это было так глупо и нелепо. Вот прямо так же, как этот оборотень. Так. Вот чё это такое, а? Чё у него с руками? Бедолага. Он как будто молит о том, чтобы я его убил поскорее. Закончил его муки. Эй, фанат Майкла Джексона, ты где, братюшка? Так, я вроде правильно, да, иду, ага. Но здесь карта прерывается, окей. Я перезаряжен, все прекрасно, все замечательно. Так, оборотня нет, отлично. Так, где он? Где это а вот он. На тебя, сука. Время умирать. Ты чё такой дикий, а? Опа. Вот этого он не ожидал, да? Что я дам тебе отпор. А у меня всего лишь 10 патронов осталось. Так, надеюсь, я правильно иду. Я уже с карты пропал. Так, куда идти-то? Опа, я вижу какой-то... Блять, маленький хлипкий мостик. Правило номер 58. Не ходить на проклятые хлипкие мостики. Твою мать. И тут водички-то нету. Если я упаду, то... то все, мне кирдык, да? Жесть какая. Ладненько, пойдем. Твою мать. Умри, падла. О, у меня даже такая задержка пошла. Slow motion. Чтоб я очень красиво его завалил. Ну что, дружище? Давай, я не буду к тебе идти. Я тебя отсюда постреляю. Так, и последний, наверное, третий выстрел, да? Ты больше 3 выстрелов... Ага, продержаться не можешь. Окей. Фух. О, блядь. Мяу. Какого говно? Зачем так-то делать? Мало того, что оборотень бегает, еще и скример меня пугает. Жесть. Это жесть. Фух. Я еле выжил. Ну и оборотня завалю. Так, тихо. Где он? Где? А, вот он ты, маленький проказник, умри! Перезаряжайся быстрее! Не подходи ко мне, падла, я тебя убью! Вот так! Отвали от меня, маленький проказник! Давай, быстрее, перезаряжай! Отлично! Главное не промазать! Ты чё, чувак? Твою мать! Он еще так в пританцовку бежит, хопа! Дэнс. Хопа. Пошел ублюдок от меня. Блять, у меня всего 3 патрона. А мостик никуда не ведет. И что делать-то? Все, да? А нет, вон бежит, падла. Что делать-то? Падать вниз, что ли? Твою мать. Он не хочет умирать. Так, мне нужно упасть, да? Типа оборотень зажал меня. Что с ним такое, смотрите. Ой, прощай, оборотень, я полетел. Фу. Мне никогда не было так страшно. И так смешно. О, жесть, конечно. Так, ладненько, так, давайте, поехали. У нас 4 уровень. Так, я упал, судя по всему, с моста. Охотник был поражен другим охотником. Да, это был нежданчик. Звуки волн, крики животных. Уолден, видимо, упал, да, упал в водичку, и его выбило течением на рифы. Итак, я так понимаю, что там, оружие я потерял, да? В пылу сражения. Это хреново. Заброшенные острова, да? А вот прекрасно, у меня нет оружия. Это очень хреново. Есть какой-то корабль. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь ничего нет. Ну там, видимо, наверное, тоже ничего нет. Так, давайте, а может быть, нам туда идти нужно? Но мы все равно сначала посмотрим корабль. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Может быть, я найду свое оружие. О, какой-то мешочек.
Опа. Вингариум Левиоса! Поднимись и быстро мне в штаны. Отлично. О, отлично. Так тепло. Ну, кто знает Гарри Поттера, да, там было такое заклинание левитации. Отлично. Так, тебя можно покрутить, нет? Вообще, я все ложу в свои штаны, у меня штаны просто бездонные. Ух ты, можно взять? Круто! Не-не-не, только не говори, что вот это мои штаны пихать, чувак. Это же тяжелая хрень. Он холодный. Ой. Так, можно зарядить пушку, нет? Да, как-то пушка не выглядит, она рабочая, вся покрылась какой-то плесенью и ржавчиной, да? Так, ладненько, пойдем. Чё это такое, мужики? О, блядь. Какие-то черные мужики взлетели в небо, я чуть не упал с корабля от страха. Жесть. Так, нам, видимо, сюда, да? Так, я отсюда пришел. Ну вот, можно увидеть пушку. И какую-то деревянную платформу. Видимо, нужно зарядить ядро и шмальнуть нахер, чтобы открыть себе проход. Так, давайте это сделаем. Окей. Фух, откуда там голые мужики? Обгоревшие, взлетели. Так, давайте, окей. Да, бинго, отлично. Так, нам, видимо, туда, да? В пещеры в какие-то. И тут я услышал крик женщины. И я тебя спасу, кто бы ты ни был. Добрая женщина. Да твою же мать, отвали! Опа, загрузочка. Пятый уровень, Momentum 5. Ну что, готовы? К приключениям загружаемся. Запах смерти витал в воздухе. Но Уолдена это не беспокоило. Ему было похрен. Лишь месть подогревала его сердце. Это было единственной целью для охотника – месть. Но действительно, плевать на то, что это место такое злачное и криповатое. Мне главное найти этого оборотня и дать ему хороших люлей. Так, подземелье боли. Случайно нет никаких патрончиков за этими бочками? Есть ствол, отлично. Ствольчик, отлично. Патрончики. Взлетите, великие патрончики, и упадите мне в штаны. Опять крик женщины. Я иду, женщина. Кто бы ты ни была, женщина. Фу, паутинка. Какая гадость. Так. Тихо. Что это за звуки? Что это такое, мать твою? Что это? Нет, спасибо. Я лучше пойду. Чё за дела? Какого хрена? Твою мать. Эй, он не сдох. Чё делать-то? Блять, пошёл нахер. Пошёл нахер. Жесть какая. Пошлите в жопу, короче. Вам Уолдена не догнать. Ха-хау. Чё за дела? Блять. Так. То есть мне нужно завалить этих паучков. Тихо. Блядь, тихо. Опа. Есть, минус один. Так, и на тебя у меня патроны найдутся, не переживай. Все? Прекрасно. Двери, которые работают от паучков, да? Пока живы паучки, дверь не откроется, это логично. Прекрасно. Так, что у нас здесь? Открывайся быстрее. О, блядь, тихо. Пошлите нахер от меня! Какие-то маленькие паучки, один большой. Ой, ничего себе! Вы что такие прытки, а? Что с ним такое происходит? Смотрите, он на двух лапах бежит. Он ко мне поворачивается жопкой. Да вы что, издеваетесь? Какие-то пауки, извращенцы. Пошлите нахер от меня! Ой, какая жесть. Ух ты, ничего себе, смотрите, какой дикий. Опа. Блять, какой-то пауки одичали. Смотрите, что с ним происходит. Они за ручку держатся. Они аж кубарем покатились. Настолько они сильно хотят меня убить. Ой, я с этой игры скоро умру со смеху нахер. Да отвалите от меня, поганые паучки. Он даже не бежит, он тупо катится кубарем за мной. Опа! Наконец-то я успокоил этого
проклятого супостата. Так, последний паучок. Опа. Ну, у меня плохо. Плохо дело. У меня всего один патрон остался. Мне срочно нужны патроны. Ребят, дайте мне патрончики. Опа, я что-то вижу. Есть. Бинго, бинго, бинго. 7 патрончиков. Это хорошо. Так, что у нас здесь ждет? Воу! Воу! Твою мать! Большой паук! Я, конечно, все ожидал в этой игре, но чтобы меня пугали скримерами и пауками. О, идите сюда, родименьки. Это полезная штучка. Так, здесь больше ничего нет, да. Ящички, но это мне не поможет. Так, ну 19 патронов, хотя бы так, хотя бы так. Так, плохо дело. Хорю на меня бочку катить? Блять, я опять забыл перезарядиться, твою мать. Блять, тихо-тихо-тихо. Твою мать. Так, закрыто, да? Ох, пауки, жесть, конечно. Они научились бочку катить. Использовать бочку в качестве прикрытия от моих патрончиков. Так, мне нужно как-то завалить этих проклятых пауков. Твою мать. А, не трогайте меня. Фух. Жесть какая. Давай быстрее перезаряжай свою волыну, чувак. Так. Давайте здесь поставим бочку. Она помешает паучкам, наверное. Не подходи. Не подходи. О, ничего себе. Смотрите, какой дикий. Охренеть, он бочку откинул. Ему плевать на мою бочку. Твою мать, пошли нахер, проклятые пауки. Так, тихо-тихо-тихо. Фух, это трупешник. Давай, подыхай быстрее. Так, и маленький последний паучок остался. Открывайте мне быстрее дверь. Так, мне, видимо, туда. Так, давайте аккуратненько на бочке так прыгнем. Опа, окей. Открывайте, открывайте эту проклятую дверь. Так, все ли спокойно? Или опять пауки? Ой, да блядь, ух ты, шлеп твои налево. Жесть, какой большой паук. Это, видимо, самочка, королева, да? Ну, скоро, я так чувствую, будем сражаться с этой маткой. Маткой пауков. Так, все спокойно. Патрончиков нет, патрончиков. Алло. Тут-ту-ту-ту-ту. Музыка прикольная. Так, мы что, прошли уровень, да? Бинго. Моментум 6. Поехали. Что-то плохое должно произойти. Да. В общем, мне нужно спасти женщину. Спасти жизнь женщине, которая спрятана в этих стенах. Охотник нашел ее. Точнее, я охотник должен ее найти. Отлично. Так, поехали. В общем, я должен спасти здесь какую-то женщину, крик которой, судя по всему, мы слышали раньше. Итак, поехали. Подземелье Бори. Спаси женщину от паучков. Да, ну, нам, видимо... Видимо, туда? Никому бы не позавидовал такой участи. Ох ты, отлично. Быть пойманной пауками. Так. Отлично, дверь открыта. Так, здесь занято. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Опа. Там что-то есть. Какая-то записка или нет? Это какой-то механизм, который открывает эту дверь. Все логично, твою мать. Поехали туда. Куда же меня приведет этот проход? Так, поехали дальше. Мы спускаемся все глубже и глубже в это подземелье боли. Кругом паутинка. Эй, ребятушки. Меня закрыли. Это плохая новость. Твою мать. А эта новость не лучше. Какие-то коконы висят. Я, кажется, знаю, что сейчас будет. Так, Нептунчик, ты перезарядился? Отлично. Итак, окей, поехали. Так. Все, проход закрыт. Назад пути нет. Что сейчас будет? Вот она,
Это мать-паучиха! Пошла от меня нахрен! Мать-паучиха! Ух ты, ничего себе! Она что, летает, что ли? О, и маленькие паучата еще прибежали. Отлично. Жесть какая. Быстрее перезаряжай свою волыну, проклятый хантер. Так. Значит, здесь есть большой-большой... Блядь, ничего себе, она ныряет. И вторая паучиха-то откуда взялась? Че за беспредел? Жесть. Я не знаю, кого бить. Наверное, эту паучиху, у которой есть какое-то свечение. Ух ты, ничего себе, она ныряет. Ух ты, блядь. Блядь. Да как так? Меня поразил паук. Прекрасно. Так, теперь надо быть очень внимательными. Главное... не паниковать и смотреть по сторонам. И убегать от матери-паучихи. Вот сейчас, да, пауки уже должны упасть. Так. Вот паучок, отлично. Фух, какая жесть. Мои ручки напряжены. У меня они вспотели даже. Главное быстрее убить эту паучиху. Она самая опасная здесь. Смотри, что она делает. Смотрите. Опа. Блять, охренеть просто. Видели, что она делает? Она летает. Ух ты, блять. Кстати, здесь прыжок прикольный. В прыжке я двигаюсь немножко быстрее. Есть. Бинго. Я завалил одну паучиху. Теперь надо завалить большого дяди-паука, который расстроился смерти матери-паучихи своей любовницы. Теперь ему не с кем делать маленьких паучков. И он конкретно зол на меня. Он, смотрите, как он прыгает. Жесть какая. И паучата тоже недовольны. Давай быстрее. Последний, наверное, выстрел еще остался. Твою мать, я... Как бы тут не застрять в этой паутине? Так, последний. Вот теперь последний определенно выстрел остался этому... паучку. Давай. Есть. Бинго. Так, покиньте это подземелье, да? Как? А, вот, слушайте, что-то появилось. Что это такое? Какой-то кокон, да, упал? Судя по всему. О, девушка. Что? Взять тебя за ручку, как принцессу? Иди сюда. Эй, ты куда? Ну почему меня все бросают? Она куда-то уплыла. Да, я слишком поздно, женщина умерла. Хрен вам, паучки. Все, что я могу вам дать, это, не знаю, там, помочиться сверху на вас. Но вы даже этого не достойны, вы меня помучили здесь знатно. Я 2 или 3 раза уже прохожу это предыдущее место. Ну что, искупаемся, дорогие друзья. Бинго, авто, поехали. Итак, видимо, это выход из подземелья. Так, у нас предпоследний уровень, давайте начнем, без лишних слов. Когда Уолден вышел из подземелья, он увидел надпись кровью. Ты встретишь ответы внутри катакомб. Эврика, мне нужно попасть в катакомбы. Но как туда попасть? Совершенно очевидно, что путь в катакомбы лежит через это кладбище, Уайт Хиллз. Да, это очень грустно. Это место смерти. Знаете, меня совершенно не волнует смерть и что я, скорее всего, встречу в катакомбах. Скорее всего, я там умру, но это плевать. Главное, я отомщу за смерть своей деревни. Это мое последнее желание. Поехали. Мать вашу, это же кладбище. Играет музычка эпическая. Твою мать, надеюсь, здесь зомбаки не будут вставать и бегать за мной. Мяу, мне страшно. Где-то здесь должен быть проход в катакомбы, да? Ну давайте пойдем. Ух ты, патрончики. Так, здесь... А, здесь тоже есть. Прекрасно. 18 патрончиков. Сколько же неизвестных солдат покоится на этом кладбище. Нет ни табличек, ничего. Но я вижу какое-то зеленое свечение вдалеке. Видимо, нам туда. Ух ты, есть еще одна повозка. Так, патрончики, это круто. Ага, отлично. 30 патрончиков. Не просто так, нас к чему-то готовят. Какая-то церковинка, что ли? Еще патрончики, отлично.
Так, а сюда как попасть? Так, что это такое? Кнопка, что ли? А, нужен какой-то ключ, чтобы открыть это место. Так, что за звуки? Паучки. Опять паучки, что ли? Эй, воу! Вы что, смеетесь, что ли? Что за говно? Ух ты! Все-таки, все... Эй, тихо. Ты что летаешь? Ты что летаешь, придурок? Охренеть! Зомбаки все-таки встали из своих могил и пытаются меня убить. Вместе с паучками. Они вместе, они в сговоре. Круто. О, блядь, бродить по кладбищу, наверное, не самая лучшая затея. Какого хрена вы делаете? Зачем вы летаете? Жесть. Давай, перезаряжайся быстрее. Так, лучше, наверное, сбегать высокой травы, потому что в траве я их ни хрена не вижу. Наткнусь сейчас на них и помру такой. Что с ними происходит? Они так... так грандиозно топают, так отрепетировано, так вместе, так синхронно. Круто. И сзади такие паучки прыгают. Так, тихо. А вот, чистое поле, здесь будет удобно. Удобно сражаться. Так. Умри, проклятый скелет. Так, ну это радует, что я бегаю быстрее, чем они ходят. Так, минус один скелетик. Я уже подхожу к тупику, да? Будет сейчас очень плохо, если я вовремя не развернусь. Так. Так, бинго, попал. Отлично. Не зря я играл в Counter-Strike. Немножечко, конечно. Так. Скелетики так прикольно ныряют вперед. Смотрите, что это такое. Он как будто плавает в воздухе. Знаете, идет такой, идет, и что-то я устал идти, я поплыву-ка я. Так, ладненько, так, блядь, я запутался в могилках, а! На твою мать! Вон, смотрите, аравы ползут на меня, пытаются убить бедного Нептунчика, доброго котика. Но это им так просто не получится сделать. Нептунчик ведь не сдается никогда, особенно сегодня. Давайте, мразоты поганые, я ж вас пристрелю как собак. Ух ты, видели, как он спилотировал на меня? Так, все, да я, по-моему, всех перебил. Прекрасно, просто замечательно. Итак, фух, мне нужно найти какой-то ключ. Какой-то ключ от той двери. И где его я буду искать, интересно? Так, давайте посмотрим. Ох, твою мать, нечаянно. Какой-то, видимо, ключ в форме шестигранника, да? И где вот я, мать вашу, буду сейчас искать этот ключ? Этот шестигранник. Вот чисто логически, где он может быть? Но определенно, что не в траве, это было бы глупо, я мог вечность потратить, ища его в кустах. Скорее всего, он либо на этих повозках, либо где-то... где-то на могилках, на крестах прикреплен или на самой земле. Это единственное предположение. Давайте посмотрим. Надо будет оббежать все могилки. И, опа, что-то есть, отлично. А, это часть ключа. Их, видимо, штуки 4 будет. Давайте искать. Значит, они на могилках. Прекрасно. Как я и правильно рассчитал. Так, а у нас могилки, значит, еще там и вот еще там. Давайте посмотрим более внимательно. Кстати, должен отдать должное этой игре. Прикольная графика. Нет, конечно, не Crysis 3, там, не GTA 5, но тем не менее. Игра довольно интересная по графической части. И задники прикольные. Такой небольшой сюрреализм, да, деревья вот эти вот без листьев. И вот если бы не это белое, ну, в смысле, не белый шум, не этот эффект шума на моем экране, было бы намного лучше, бинго. Еще одна часть этого медальона. Надо... А, я еще здесь не посмотрел, да. Я так понимаю, эти части медальона будут на крестах. Давайте посмотрим там. Я уже близок к цели. Вот только зачем я должен найти ключ? В смысле, зачем мне туда вообще нужно заходить? Это же какая-то каморка маленькая. Маленькая церковная каморка.
Так, вот еще одна часть медальона. Замечательно. Ну где еще часть медальона? Вы что, ребят? А, вот еще кладбище, точно. Еще могилочки. В принципе, это все логично. Кто играл в игру Resident Evil, там очень много было таких моментов, когда нужно было какие-то ключи или медальоны, или камни вставлять в статуи, например, в монументы там, еще в что-нибудь. И тогда что-то происходило. Бинго. Открывалась дверь, портал. Тут и портал, там не было портала. В смысле, дверь, какой-то проход или там еще что-нибудь полезное появлялось. Итак, у нас есть ключ. Поехали в эту церковинку, сгоняем по-быстрому и посмотрим, что там лежит. Где-то там, видимо, ответ на мои тайны. А может быть, у меня есть серебряные патроны? Точнее, я их там найду и застрелю этого оборотня. Они же вроде бы серебра боятся, насколько я знаю. Бинго, отлично. Это какая-то каморка некроманта. Обычно же некроманты, да, светятся таким зеленым свечением. Какой-то люк. Поехали, блядь! Куда я попал? Так, загрузочка. У нас последний уровень. И можно видеть даже этого оборотня. Вот он. Такой красивенький, зелененький. Финал. Поехали, посмотрим, что он из себя представляет. Итак, вот они, катакомбы. Уолден бежал. Внутри неизвестности. И где-то в своей голове он услышал голос. «Иди сюда! Иди сюда! И посмотри на мою силу тьмы!» Говорит оборотень. Жесть! Он со мной заговорил! Кто ты? Что ты здесь делаешь? Наконец-то откровенный диалог с этим оборотнем. Я собираюсь уничтожить тебя! Ты заплатишь за смерть всех в моей деревне. Позволь мне представиться, мое имя Зефирот. Так у тебя еще имя есть, проклятый оборотень? Все, что ты видишь, это результат деятельности твоих предков. Что? И после тысячи лет, 10 тысяч лет, я наконец-то свободен. Ты можешь бороться со мной, или ты можешь уйти из этого места. И тогда, если ты уйдешь, я сохраню твою жизнь. Так. Типа, я ухожу, да, и в другой раз, когда я тебя встречу, тебе не поздоровится, да? Какого хрена, Уолден? Почему ты уходишь? Эй, я не за этим прибирался через катакомбы, мочил пауков и змей, чтобы ты ушел от этого проклятого оборотня. Ты же только что к нему пришел, убей его! Катакомбы. Отлично. Так, я появился, да? Видимо, я не ушел. Так, вернитесь и уничтожьте Зефирота, пожирателя душ. Бинго, 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 это полезная вещь. Охренеть, сколько патронов. Значит, видимо, схватка будет жаркая, да? Это мои предшественники, бедные братюньки. Над вами знатно поиздевались, да, бедняжки? Ладненько. Зефирот, ты заплатишь за свои злодеяния. Какая жесть! Сколько моих предшественников! Это, видимо, Миша. А это был Коля. А это был Вова. Твою мать, бедняжки. Ты за это заплатишь. Иди сюда, Зефирот. Ты вернулся? Ну тогда ты умрешь. Окей, Зефиротик. Опа! Что-то меня колбасит. Давай, перезаряжайся быстрее, 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 быстрее. Братюнька, быстрее перезаряжайся! Фух, 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 что такое, что такое? А, скелеты ожили! Скелеты ожили, пытаются меня убить. Вы на стороне Зефирота? Тогда вы мои враги. Умрите, проклятые скелеты. Вот так вот. Да перезаряжайся ты быстрее. Зефирот меня догоняет. Есть. Отлично. Четкое попадание прямо в плечо. Да перезаряжайся ты быстрее. Есть. Бинго. Фух.
Надеюсь, ничего не будет, если я буду входить в его сферу, вот в ту ауру. Твою мать, я опять не перерядился. Хреново. Давай, быстрее, 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 быстрее. Есть! Фух! Опять скелетики! Быстрее перезаряжайся, Нептунчик! Нептунчик, добрый котик! Давай, 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 давай! О, смотрите! Он только что проплыл по воздуху! Бедняжка! Так, 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 так. Как они синхронно маршируют. Смотрите, вот опять плавает. Зачем ты плаваешь? Зефирот, выходи, подлый трус. Сколько можно прятаться за спиной скелетиков? Они хоть и мертвые, но у них тоже есть душа. Наверное. Ты не беспокоишься о их чувствах? Они плавают. Какого хрена, блин? Разработчики, зачем вы там, блядь, зачем вы так делаете? Есть. Итак, что у нас теперь? Так, тихо, тихо, тихо. Что меня ждет? Что это? Что это? Что это? Какой-то мячик для... для игры в гольф. Так, что, 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 что? Что происходит? Блять! Из этой поганой вспышки я нихрена не видел! Чё за бред, блять? Умри! Итак, теперь мне нужно как-то приноровиться к сражению вот с этим. Он кидает в меня какие-то шарики для гольфа. Вот, я убил один. А потом меня слепил свет, и я умер. Твою мать. Зефирот говорит, почему ты вернулся? Почему я вернулся? Так. Есть. Вот эта хрень меня ослепила. Я не могу уйти без тебя из этого мира. Вот такой вот ответ. Достойный ответ. Без меня ты не уйдешь. Если я умру, если мне суждено умереть, то я умру с тобой. О, блядь, паучки! Паучки, паучки, паучки! Фух, блядь! Паучки и сфера. Отлично. Шикарно просто. Паучки и сфера. Это игра на два фронта, да? Фух, вовремя я их заметил. А, еще и скелеты. Прекрасно. Замечательно просто. Ай-яй-яй-яй, чуть не попался. Так. Где? Я ее не вижу. Блять, где сфера? А, все, вот она. Так. Значит, здесь какой-то колдаун есть, да? То есть, прежде чем появится сфера, у меня есть время выстрелить из ружья хотя бы разочек. Или даже два разочка. А потом... а потом надо гонять. Так, что, сфера? А, вот она, отлично. Есть. Да, у меня есть время на один патрон. Я буду бегать по кругу и уничтожать этих супостатов проклятых. И трепаться с Зефиротом. Эй, Зефирот! Какого хрена ты здесь делаешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зря это сделал. Зря это сделал, Дак. Есть, вовремя. Фух. Решил рискнуть и использовать второй выстрел. Что, я промазал, что ли? Да, прекрасно. Просто замечательно. Ух ты, кто в меня кости кидает? Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Главное не мазать, главное не мазать. Вот паучок какой-то. Есть. Нехер летать здесь. Иди сюда, сферка. Сферка, сферка, окей. Отлично. Нет сферки, нет сферки. Остался всего один паучок, да, и три скелетика. Да что такое? Почему я не могу в них попасть? Это, скорее всего, из-за костей, которые они... которые они за собой таскают. Мои пули врезаются в кости. Так, где сфера? Сфера уже должна быть, сфера. Все, что ли? У него кончились оружие, кончились патроны, да? А, опять промазал. Что за дерьмо? Сегодня явно не мой день. На кладбище я был намного лучше. Так, все. Паучков я всех убил, да? Остался скелетик проклятущий.
Вот так, отлично. Фух, еле-еле завалил. У меня ж руки вспотели. Так, достаточно, ты умрешь. И Волден говорит, я никогда не сдаюсь. Да, бинго, чувак, ты правильно говоришь. Охренеть, сколько сфер, смотрите. Я уже готовился к смерти. Сдавайся, Уолден, умри. Жесть, Зефирот. Зачем же так? Мы стали как друзья. Как ты мог? Он меня задел, видимо, да, я упал. Жесть. Жесть, меня убили. Твою мать. Он еще так спрашивает, интересно? Типа, я наслаждаюсь его гневом. Что? И тут внезапно Зефирота уничтожает какое-то мистическое создание. Смотрите, рука из его тела. Жесть. Зефирот этого явно не ожидал. Что? Это подозрительное создание искало свиток, могущественный свиток, который скрыт в этих катакомбах. Бедный Зефиротик, он умирает. Этот свиток дает силу и контроль над всеми злыми созданиями. Ну да, попади такой свиток в нехорошие руки, и миру придет капец. Жесть, бедный Зефирот. Так, почему он бедный? Так тебе и надо, Зефирот! Ты убил мою деревню! Мир может быть потерян. Да, твою мать. Это будет плохо. Без Волдена. Другой герой должен спасти человечество. И уничтожить этот злой свиток. Вот, судя по всему, этот свиток как раз то, что было, да, за тем, где стоял Зефирот, там в клетке. Блять! Фух, ты ёшкин ты кот, а? Судя по всему, мы прошли игру. Отлично, дорогие друзья, спасибо за внимание. Вот последняя мысль Олдена перед смертью. Что-то типа я был слеп, месть ослепила мои глаза, я не заметил, что помимо моего гнева... Весь мир поменялся, все поменялось, и, видимо, появилось намного сильное зло, намного сильнее, чем этот Зефирот, и намного опаснее, чем что-то, в общем, чем то, что было раньше. Бог, спаси людей, я очень надеюсь, что Бог спасет людей, если он до сих пор от нас не отрекся. Да, зло проснулось. Вот так вот, дорогие друзья, это такой тонкий намек на, видимо, сиквел, который нас ждет. Будет он называться, видимо, как-то по-другому, Overcast, там, какой-нибудь герой и злой свиток. Но в любом случае, спасибо за внимание, то, что посмотрели этот ролик, надеюсь, вам понравилось. Это был Нептунчик, добрый котик. Ставьте лайки, подписывайтесь, пальчики только вверх. Зовите друзей, вместе веселее. И всем пока, до новых встреч.